Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», созданный постановлением правительства Республики Ингушетия номер 37 от 6 апреля 1993 года, является ровесником республики и на протяжении всего этого времени дарит народу радость своими необыкновенными и интересными постановками, сохраняя наш быт и культуру. Основной задачей коллектива было и есть сохранение и пропаганда хореографического искусства Ингушетии. Пройдя через короткий, но очень эффективный путь, коллектив ансамбля «Ингушетия» заработал полное право выступать наряду с другими прославленными коллективами на большой профессиональной сцене. Ансамбль, госансамбль – это визитная карточка, это лицо республики. Этот ансамбль представляет республику во всех регионах и за пределами страны, наш край, наша республика, наш субъект, наш народ, нашу культуру, традиции, обычаи. И красота не только по одежде, не только по манерам, но красота самой культуры – это, конечно, очень дорогого стоит. Поэтому мы обязаны поддерживать ансамбль, и дальше будем поддерживать. Я хочу искренне поздравить коллектив нашего ансамбля государственного. Не только тех, которые сегодня там в этом коллективе, а тех, кто начинал работу, тех, кто сделал авторитет этому ансамблю, тех, кто поставил на крыло сегодняшних артистов. Они великолепно выступают и занимают призовые места на различных конкурсах. Я хочу поздравить от души. Пожелать здоровья, счастья, чтобы они были такие же красивые, милые, хорошие и представляли нашу республику так же, как и всегда они это делают. Репертуар ансамбля, который насчитывает более 20 хореографических постановок и десяток песен, состоит не только из ингушских танцев, но и танцев народов, населяющих Северокавказский регион. Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» за 20 лет достиг больших успехов. В 95-м и 96-м годах – гастроли в Ираке, 97-й год – Израиль, 2000-й год – Польша и Турция. В 2001 году ансамбль посетил Италию, а в 2007-м участвовал в международном фестивале в городе Канны. Лауреат многих российских и зарубежных конкурсов, победитель международного сицилийского фестиваля города Арагон, фестиваля мелодии единства в городе Ульяновск и фестиваля «Славянское содружество» в городе Сочи. Лучший хореографический коллектив не только Северного Кавказа, но и всей России. Каждое его представление – это праздник души. И зрители живут в этом чудесном мире на протяжении всего концерта. В становлении ансамбля «Ингушетия», его творческая деятельность ансамбля «Ингушетия», конечно, очень существенную роль играет Министерство культуры, правительство Республики Ингушетия, президент Республики Ингушетия. Кстати, в этом году и в прошлом 2012 году мы существенно улучшили свою материально-техническую базу. Нам республика наша купила комфортабельный автобус, мы приобрели МАН. Выделены деньги в районе 8 миллионов на обновление нашего гардероба. Выставили заявку на приобретение микроавтобуса. Самое существенное в прошлом году постановлением правительства артистам нашим была поднята заработная плата. Сегодня наши артисты получают на руки от 15 до 24, до 25 тысяч рублей денег.
не имея культуру, я думаю, народ не может существовать. Это первые признаки, что народ существует, что на каком уровне развития идет народ, это их культура. Это опять же, когда человек приезжает в любой регион, в любую страну, стоит просто пойти посмотреть. Дома культуры, концертные залы. Я знаю одно, и мы идем к этому. Мы несем культуру, этнографию, самобытность, культуру нашего народа. И я думаю, это очень важная миссия, которую мы выполняем. Мы должны иметь, если мы ингуши, мы должны иметь свою кухню, свой танец, свою музыку, свои костюмы. И мы не только на территории Российской Федерации, за пределами показываем, что есть народ такой ингуши, есть республика Ингушетия, что у нас есть своя культура, своя хореография, свой костюм, одеяние. Я считаю, это важнейшая миссия. А признание, то, что у нас проходят концерты, что у нас на наши концерты люди идут, им интересно. Я считаю, вот это и есть признание. Руководили ансамблем «Ингушетия» в разные времена такие деятели культуры и искусства, как директор Ахмет Магушков, художественный руководитель Рая Евлоева, директор Ахмет Зурабов, художественный руководитель Дикала Музакаев, художественный руководитель Рамзан Амирханов, директор Руслан Куркиев. Нельзя не отметить ведущих артистов ансамбля «Ингушетия», которые своим упорным трудом, талантом и блестящими выступлениями приводили коллектив ансамбля «Ингушетия» к успехам и славе на международной арене. Это такие народные артисты Республики Ингушетия, как Адам Имагожев и Джабраил Богатырев, заслуженные артисты Республики Ингушетия Зульфия Богатырева, Хади Чумакова, Люба Мержоева, Мадина Бариева и Адам Плиев. Это моя семья, это моя жизнь, это то, чему я посвятила себя и практически прожила в ансамбле свою жизнь, можно сказать так. Республике я хотела бы пожелать в первую очередь, конечно, мира, добра, процветания, чтобы мы развивались, чтобы у нас было все хорошо, чтобы у нас было все лучше всех.